сегодня делала мани к своему лучшему другу. В общем, все как обычно. Он пришел, я ему в знак приветствия рыгнула в лицо. Мы померились с длиной волос на ногах. Я, кстати, выиграла. Обсуждали, у кого более волосатые подмышки. Я опять же выиграла. В общем, посидели, посмотрели пацанок, поугарали. Но я усела сделать ему ногти. И тут почти сразу же происходит конфликт. Его и его девушки. А самое главное, это причина конфликта. Она ревнует его ко мне. Если вы не поняли, к чему было перечисление всего того, что мы делали, как только мы увиделись, так вот. Она ревнует его ко мне. Ко мне! Нет, может быть, это шутка такая? Нет, серьезно, единственная причина, по которой ко мне можно ревновать, это наличие у меня женских половых органов. И никого не волнует, что я радовалась больше всех, когда их отношения начались. Бе-бе-бе, я все равно плохая. Плохая я просто потому, что девушка. Девушки моих друзей, вы заебали.